Какой тип у актера Жана Габена? Я сразу хочу сказать, что я не считаю французского актера Жана Габена типом мастер, сенсорно-логический интроверт. Почему это так? Потому что известно, что он был человеком с очень грубым, вспыльчивым характером. Часто приводят такой эпизод, что когда он снимался в Голливуде, это было во время Второй мировой войны, когда он эмигрировал из Франции, снимался в Голливуде, в одной из картин. Вот, он там очень жестко разговаривал не только с другими участниками съемок, но и с режиссером. Вот, жестко ему навязывал, как актер должен, например, курить. Вот, он предъявлял претензии к каким-то деталям одежды и тому подобное. То есть вот такой мелочный контроль и грубая вспыльчивость для мастера совершенно не характерна. Вот. А для кого же она характерна? Ну, вот придирчивость по мелочам, по сенсорным этим всем, это свойство инспектора, но никак не мастера. Вот. Другое как бы стереотипное представление о Жане Габене, что это угрюмый молчун. Вот. Если мы возьмем и соединим эти две части его характера, то есть жесткая придирчивость по мелочам, плюс угрюмый молчун, то ничего другого, кроме как тип инспектор, не вырисовывается. Во всяком случае, это никак не может быть мастер, у которого ведущая функция – это сенсорика комфорта, и который избегает функции силового противостояния, а не инициирует их.